Закон Ома – это физический закон, определяющий связь между напряжением силы тока и сопротивлением проводника в электрической цепи. Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома, который экспериментально установил, что сила тока И, текущего по однородному металлическому проводнику, то есть проводнику, в котором не действует сторонняя сила, пропорционально напряжению У на концах проводника. Существует несколько формулировок закона Ома. Если при прохождении тока напряжение и свойства проводника не изменяются, то сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению между концами проводника и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна характеристике участка, который называют электрическим сопротивлением этого участка. Сила тока на участке цепи равна отношению напряжения на этом участке к его сопротивлению. Закон Ома для участка электрической цепи имеет вид И равняется У на R. Или R равняется У на I. Где У напряжение или разность потенциалов, И – сила тока, а R – сопротивление. Для легкого запоминания закона Ома можно нарисовать диаграмму в виде треугольника. И, У, R. Можно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для ее вычисления. Уберем простейшую схему. Включим последовательно сопротивление, источник питания. В нашем случае сопротивление имеет номинал 1 кОм, а источник питания 2 вольта. Прогрев цепи подключим амперметр и снимем показания. 2 миллиампера, как и должно было быть при отношении этого напряжения к этому сопротивлению. Следует также иметь в виду, что закон Ома является основным и может быть применен в любой физической системе, которая действует по той частице или полей, преодолевающих сопротивление. Его можно применять при расчетах гидравлических, пневматических, магнитных, электрических, световых, тепловых потоков и так далее.